Здравствуйте, добро пожаловать на канал Английский с Таней. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, для чего же нужен глагол to be. Также подписывайтесь на мой инстаграм-аккаунт Таня Ингл. Здесь вы узнаете все секреты английского языка. Давайте сравним. В русском языке предложение может состоять всего лишь из одного слова. Например, весна. В английском языке такое невозможно. Обязательно должно быть подлежащее и сказуемое. Сказуемое – это и есть глагол. В данном случае глагол to be. С помощью него вы можете рассказать, кто вы, сколько вам лет, где вы находитесь, ваше семейное положение, как вы себя чувствуете и много-много интересного. Глагол to be сам по себе не так уж и прост. Потому что это как формула, которая объединяет в себе три глагола в настоящем времени. Am, is, are. Если вы говорите о себе, то будет I am. I'm Tanya, I'm 35, I'm happy. Для he, she, it будет is. He is a doctor, she is beautiful, it is a cat. Вместо личного местоимения he или she может быть существительное, которое обозначает мужской либо женский род. Например, вместо he вы скажете my friend is at home, my friend, это он, да, ну либо она, is at home, yeah. My little sister is beautiful, моя маленькая сестра красивая. Your aunt is 19, твоей тете 19, хотя... Хочется поставить другой глагол, потому что вы слышите your aunt, но это же тетя, поэтому будет глагол is. Вместо it может быть неодушевленный предмет, либо кошечки, собаки и какие-то животные. For example, it is a cat. The cat is little. Okay? Для we, you, they обязательно будет глагол are. Examples, we are friends. You are relatives. They are happy. Как же ставить вопрос глаголом to be? Очень просто. Для того, чтобы составить общий вопрос, глагол to be ставим на первое место. И получается, am I a woman? Is he happy? Is she in the street? Is it a dog? Okay. Are we friends? Are you relatives? Are they happy? Чтобы сделать отрицательное предложение, после глагола to be ставим частичку not. I am not a man. He is not happy. She is not beautiful. It is not a dog. We are not children. You are not sad. They are not workers. На самом деле, is not можно сократить. Получится isn't. He isn't in the street. She isn't beautiful. It isn't a cat. Are not, aren't. We aren't sad. They aren't happy. You aren't in the kitchen. Я уверена, видео было вам полезно. Ставьте, пожалуйста, лайк под этим видео. Подписывайтесь на мой канал в Instagram Таня Ингл. And see you!